В Малаховке прошел митинг, посвященный Дню памяти жертв теракта в Беслане. Мы обязаны помнить об этой трагедии, помнить и все делать, зависящее от нас, для недопущения подобных ситуаций. Но в нашей истории есть такая черная страница. 20 лет прошло с момента трагедии в Беслане. В тот страшный день, 1 сентября 2004 года, на торжественной линейке в Бесланской школе номер 1, группа террористов захватила в заложники взрослых и детей. Три дня боевики удерживали в здании 1128 человек, из которых 186 дети. На траурном мероприятии в 52-й школе Малаховки память погибших почтили минутой молчания, литьей и возложением цветов к подножью памятника. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.